Ты все знаешь. Ай, ай, что ты убегаешь, а? Засал, что ли? Я прыгаю. Прыгать захотелось просто. Да блин, айо, айо, айо. Да женщина, иди ты. Правильно, залезь в дом, чтобы я тебя отмыл дохл. Ты какие отвалиты. Что ты делаешь? Тихо, ему просто возьму и все. Стой, тиран, нахуй. Во мне пробудилась феминистка. Пипец. Спасите. Блять, почему это да, не вижу нихуя вообще. Нихуя вообще не. Где ты там бегаешь? Не знаю. Где спасибо. Ты там спел? Тиран. Шел ты нахуй со своим мечом. Лови партию. Тиран. Пар. О, цветочек. Поработитель же. О, блядь, ты не скрой. Ёбаные, блядь. Муравьи, мужчины. Подождите. Ах ты собака, я понял, что ты сделал. Тварюка. Ты выпил зелье, блядь. Нет. Что нет, ну, блядь, как ты мне объяснишь то, что тебя нету на карте, во-первых. И во-вторых, то, что у меня звуки из жопы из какой-то были только что. А вот никак ты мне не объяснишь, поэтому моя истина. Да нет, я никаких зелий не пил, я тебя наебал. Ты в видеоролике потом увидишь, как я тебя наебал. Как ты мне просто пропал с карты, да? Где тебя даже нигде нет. Ну и какой ты команде будет присоединять? Так, что за хуйня? Подожди. Ты сука, а? Ты дурак, я просто залез на облако, а ты дальше пошел. Нет, я смотрел на карту, у меня не было тебя на карте. Тебя вообще тоже не было у меня на карте. Бред какой-то. Значит, без команды мы раньше было, а сейчас нету. Значит, я тебе говорю, мне теперь надо найти какой-то цветочек, потому что у меня его не хватает, чтобы стать обратно. Вот разница. Нахуя вопрос. Что ты там надеешься увидеть? Там одежда. Одежду. Не, ну свитер. Просто мало ли у тебя форма как-то изменилась, свитер. Ты же бабу сдал. Там свитер, сиськи появились. Офигеть. Маргарита. Степановна, ну. Всем привет, друзья. Здрасте, товарищи, с вами теперь вместо зевалки Маргарита Степанова. А мы воин. Продолжаем играть в Террарию. Holy shit. Надо же было захилиться. Где-то я тут долго бегал, бегал и в итоге понял. Так, точно не тут. Там нет ничего на самом деле выше. Там люстры красивые. А люстры говняные на самом деле. Мне не нравится. А вот этот интересно. Вот этот шарик, блядь, аккуратно. На стену скелета забрал. Нормально, зачем? Во, я дошел до тут, что это? А, это тёмный маг. Тёмный маг, хуес. Опа. Есть контроль, чётко нос. А, так я же в любом случае все равно же могу, да? Ай, блядь, блядь. Тихо, спокойно. Два золотых эти не выключи, блять. Да идешь ты нахуй. Да просто пизда какая-то.
Еще ж, блядь, не регенится ничего, сука. Не, ну мне нравится то, что это скотина, которая кидается в эту фигню, быстро умирает. Который кидается всякой фигни. Ну давайте, вы что там вдвоем разъебать не можете, что ли? Ребята, стыдно за вас. Доблесть какая-то. Доблесть и честь. Ну, водный скипетр нашел. Ай-яй-яй. Все пиздец. Да. У меня 22 напало. Ой, все пиздец. Да. Да, еще пиздец. Хотя нет, никакой не пиздец. Тут же я, тут дохуя сундуков просто стоит. Я даже не знаю, где столько ключей. Вот такое представление банально, даже не. А где эти летние ключи искать? Ну, ай, сука, 27 урона. В этих слизни, короче, спавнится, вот их убить. А, слушай, тебя теперь можно официально отнять. Кого можно официально? Ну, слышь, этот. Кто? Трансвестит. Я хотел сказать, думаю, сейчас такое, типа, ты же этот, ну, из этих самых, аккуратно ты булава тебя ебанет, и ты даже не запомнишь. А то, блин, говорит в арте то, что я там стал за перца играть. Да я-то зельку выпил, а ты просто изначально его создал. Ты чё? Ну так это же даже не same energy, это вообще другое. Ну в арке-то нет таких зелий. Ну тогда, ты же изначально берешь такой путь в арке, а тут я просто... посмотреть. Иди фильм. Ой-ой, 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 ой, мама. Да блин, больно просто, понимаешь? Понимаю. Тут вот на вот этих полочках с книгами раньше резалась, как ее, блядь, магическая книжка, короче, такая. Я ее когда-то очень сильно любил, потому что эта книжка как у этих... Ну, то есть такой же хуйней можно было кидаться. Только что-то она редко теперь попадает. Но ее раньше можно было правой кнопкой мыши снять, типа, теперь... Книги надо собирать. Я вам, блядь, не библиотека, а что там нет. Эх ты, сука. Да, мы тебя это не сильно спасу, на самом деле. Да. Ой, блядь, 7 золотых, ты шо? У кого? 8, у меня, на. Это нафармил здесь, ты прикинь. Я нифига не нафармил, у меня есть доблесть. Честь там, слава, да, чё-то типа того. Ну это, доблесть, ой. Какой-то йо-йо с названием доблесть. Ой, ой. Ой, сука. Тогда мажем. Точнее, призываем. Полюсы толпы я. Сейчас я ничего не пойду. Так, ну что, мы играем уже второй день, а ролик типа продолжается. Мы пофармили на пчеле и, короче, хотим покончить с мобом, который нас так мучил. Да. Ёб твою мать, мы же две уже до этого сломали, сейчас он придет, блядь.
А ты, я что-то смотрю, стоишь такой, нихуя не делаешь. Так, нас, походу, наебали немножко, не придет. Прикол в том, то, что у нас с правой стороны была арена. Факела поставь, хорош, ебать, блять, эту хуйню какую-то, блять. Поставь факела, не видно нихуя. Ты как бы хочешь, чтобы мы потом дрались? Поставь блоки, блять, сделай что-то наподобие арены, пока я там копаюсь, стою. Ну, ты ж, сука, сделай что-нибудь, а то стоит там что-то, блять, говорит там сам с собой. Сам с собой там разговаривает, стоит, шо несёт там, понять. Ну да, сам с собой, да. Сам с собой еще скажи, что я не прав. Да, ты не прав, я разговаривал со зрителями. Где ты, блядь, тут зрители видео, алло, тут, мы, тут только мы с тобой вдвоем. Ты там сделал то, что я тебе говорил. Дела стоят. А дорожка какая-нибудь есть, нет, у тебя там весь я инвентарь сусран. Да ёб твою мать, из земли нахуй сделать дорожку, ну, что ты? Пошёл. Как? Нет. Ты ж... А, ну давай делать. И в другую сторону. Я там уже как бы разбил сердечко, да, но я пойду ещё одно туда. Ну, сердечко я не разбил, я ему просто прокушал. Да ёбаный ты странствующий торговец. Он всегда приходит, когда... Нахуй сейчас не нужен этот торговец, вот так тебе скажу. Кастрик у тебя есть? Кастров нет. Плохо, друг мой, плохо. Очень. Блять, уже бегаем в лучшей дохармонной броне, и так говно все равно по 30 ровно наносит. Короче, сейчас вот так вот сделаем. Ого! А теперь подними вон ту звездочку маны, потому что я пошел ломать это сердце. Пойду а сломаю твое сердце. Ну я уже, блять, я ломаю. Че, нет что ли, серьезно? Ну тогда следующее точно. Куда ты там пошел, бля? Твою мать, сказать не мог. Ох, господи. Страшно ты так. Он где? Не важно, где он. Важно, где дай. Я, да? Надо глаза вот эти сломать сначала. О, быстро как-то, слышишь? Фига. Фига мы его. Слушай, да он черит. Чё-то как-то вот... Чё-то это было изи. О, мозги запутанности. Чё-то пошло не так. О! Охранные мозги. Чё? После удара у меня теперь может... есть светящийся свет сердечко. Мне теперь есть светильник, наконец-то. Какой светильник? Как какой сердечко? А, это фигня. Угу. Образец ткани нам нужен. Пусть все будет, пусть все будет. Это все можно продать. Вот. Задорого, кстати. Ну, кремтановая руда, ты. Запутанность. После удара могут бить толку ближайших врагов. Ну, как бы мы еще могли пооткрывать по эти сердечки. Так что стой там, настроим. А, типа трофей с него. Угу. Давай, кстати, да. На мне еще одно багряное сердечко. Ну да, давай с него трофей. Его там типа, где питомцы, в звезду такое. А звезда? Угу, это светильничек, короче. Она светит. А,
Вот, и... Ну, ее покрасить можно еще. Она убили моего пипец как быстро. Ну, так он же не такой сложный. Я не знаю, чего у нас тогда не было. Помнишь, как он нас мочил, и как мы его сейчас тупо заспаунили? Все-таки дофига пчел, это мощно. Может быть, уже сходить на эту стену? Нет, мы еще дорогу не доделали. Я ломаю на стекло. Я ломал стекло, да нет. Я просто сердечко. Сердечко твое разбил, короче, взял. Просто такой хуяк и разбил. Ой, блядь. Ой, блядь. Ёб твою мать. Они вниз же сыпся, еды. О, пошёл контент. Ну, развлекайся там с ним. Он, кстати, уже сейчас отпасть, да? Грозные мозги запутали. Че, это все что ли? Боговый бомжарский. Грозные зато... мозги запутали. Зато кремтановые руды дохера. 355. Так, что там какие? Я не подобрал. Опять это сердечко светит. У меня 355. Ну, так, это не все сердечки. Это все? Нет, не все. Ну, покопайся. Нам трофей надо. А то его больше не будет, и его не будет червя. Ой, выбить бы еще трофей стены плоти. Да какой нафиг этот гранат? Молотом для него махал. Он быстро стукнет. Я еще больше гранат тратить. Да ёб твою. А не, я вот так делаю. А, уже делать нечего. Туда вниз попадало, так нельзя. А чё туда попадало? Ну, просто ткани вот это вот говнище. Давай всё, ещё раз. Последнее сердце. А шо? Надо три сердца, чтобы его призвать. Там одно осталось всего лишь. А, чё? Всё у нас не закончено. Кого я выбил? Что? Кого ты выбил? Кого, блядь? Чё? Что это нахуй за инопу? Охуеть, он классно выглядит. Он мне нравится. Ты школьника выбил? Одноглазого. Да в натуре, блять, это дрочера, блять, в эту в КС-ку. Я пойду там просто это последнее. Да вот это оборонять, короче. Зайди. Ну это про что я тебе говорил. Ну а вот это я тебе про то, что говорил, это вот с 1.3 Нифига себе, тут и портал открывается, как будто карта. Ты типа... Блять, сейчас надо... Да ты, сука, со своими ёбаными гейзерами, я его сломаю. Да, ведь не надо. Нихуя они не помогают, блять, пиздёж какой-то. Обороняй за двоих, сейчас я притащу ту херню, которую я, блять, это... брал. Долбаться. Ну, не случай гейзер, по-моему. А гейзер тебе не сильно. А почему я ману вот это? Челик тут, блядь. Ладно, по какой-то непонятной причине я не могу использовать то, что я хотел использовать. Но... А что это за...
что искали. Ну это гоблин. Что это? Гоблины, только элитные гоблины. Эфирианская мана. А, никак нельзя использовать. Ну, иди вот. Ну, блять, это. Да ты за. Да, блин, не надо. Ну, привыкнуть уже. Там. Ну, кстати, твоими пчелками выносите вполне. Да это все твои гейзеры, блядь, не натуре. Поставить где-то в ебенях, что ж не видно. Вот. Тебе надо отстоять 5 волн, что-то типа того. Ой. Аккуратно, вот где вы, блядь, эту хуйню теперь увидите? А что будет, если мы отстоим? Нам что-то дадут. Ну или не дадут. Не знаю, что-то будет. И ты вообще это не сделал. Ну как, блядь, купил у того человека. Летающую хрень. Сбивает улетающую хрень. А на камушек дамажит, блядь, его нельзя дамажить. Проблемы с мамой. Нет, в этом-то и проблема. Ух, твою мать. Ой, блядь. Ну, мы проебали, я тебе хочу сказать. А ты еще раз эту вещь можешь сделать? Да не буду, завтра. А-а-а. Могу, но не буду. Не дали защитника. У меня есть медаль защитника. Да, то есть типа она бесплатная или что? Да она, блядь, это дается нахуй. В смысле бесплатно? Этот ебаный как бы кристалл стоит 25 хуёвин, а это золотая хуйня. Одну золотую. А, то есть мы завтра еще этим займемся? Да, 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 завтра, завтра. Нам это надо отстоять просто. Потому что, блядь, типа, да, тут книжкой тут особо-то много не навоюешь. Так вот получилось. Ладно, я пошел, потому что спать уже. Yeah. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы изварили мозг Ктулху. К следующей серии постараемся закончить нашу дорогу для стены плоти. Попробуем ее заловить. Ну что ж, с вами был Финфаук и Зевалка. Всем до скорых встреч и всем пока.